Я, Гулиева Рушана, родилась и выросла в городе Шуша. До оккупации 8 мая 1992 года у нас была спокойная и благополучная жизнь, о которой у меня остались самые теплые и светлые воспоминания. К сожалению, оккупация перевернула все в наших судьбах, лишив нас домов. Вот уже почти 30 лет, как мы живем вдали от нашей Родины. Мы не знаем, сколько это продлится, но живем, не теряя надежды на то, что когда-нибудь исторические исконные территории Азербайджана вернутся к их законному историческому владельцу, и что оставшуюся часть нашей жизни мы проведем в родной Шуше. Я обращаюсь к мировой общественности, чтобы она воздействовала на Армению в вопросе освобождения оккупированных территорий. Раньше на территории Нагорного Карабаха была армянская община, которая мирно проживала с азербайджанцами. Мы готовы к мирному сосуществованию с армянской общиной Нагорного Карабаха в рамках территориальной целостности Азербайджана.